Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Татьяна Климова. Добро пожаловать в русский подкаст номер 9. Если вам нравится моя работа, пожалуйста, подписывайтесь на мой канал. А сегодня наша тема – это дарума. Что такое дарума? Когда я была в Японии, я купила даруму этого персонажа в японском храме. Когда у вас есть большая амбиция, большое желание, и вы хотите себя мотивировать, вы берете этого даруму, и у него нет глаз. Когда вы его покупаете, у него нет глаз. И когда я его купила, у меня был большой план, поэтому я ему нарисовала один глаз. У меня была большая амбиция, большой план. Я хотела сделать все-все-все транскрипции всех русских подкастов. Вы знаете, что у меня на сайте очень много подкастов. И я хотела, чтобы мои слушатели могли понять все-все-все слова в этих подкастах. Это была большая работа, очень много месяцев. Я делала это не одна. И, наконец, сегодня я закончила эту работу. Поэтому моя задача была реализована, выполнена. И я могу, наконец, нарисовать второй глаз. Сейчас я это сделаю. Так. Так. Ура! Я очень рада. Я очень рада. Спасибо тебе, дарума. Ты мне очень помог. Я не знаю, почему он еще такой серьезный, он должен улыбаться, но это его характер. Да, внутри есть сообщение. Я хочу его достать. Вот, видите, это написано по-японски. Я чуть-чуть понимаю по-японски, но не все. Кономикужини. Что-то. Я не понимаю, но я возьму это маленькое сообщение и покажу моей учительнице по японскому языку. Она мне переведет. Я надеюсь, что вы рады вместе со мной. И если вы хотите получить полные транскрипции русских подкастов, пожалуйста, покупайте их на сайте. А я вам говорю до скорого. Вступайте в клуб «Русская дача», подписывайтесь на мой канал, слушайте русские подкасты. Пока!